Так, всем привет. Так, ребят, делайте, пожалуйста, репосты. Буквально ждем еще одну-две минутки и начинаем. Так, спасибо всем за оперативность. Так как 10 минут назад буквально я только написал. Вы знаете, я хотел бы обратиться ко всем нашим активистам, к нашим сторонникам, тем, кто находится сейчас в Кишиневе, либо пригорода Кишинева. Значит, бандитский режим Плохотнюка какое-то время назад, значит, перед офисом нашей партии, значит, задержали Феликса Гринку. Это наш активист, ответственный за субурбии, и выполняет очень много работы, связанной с организацией Кишиневского актива. Значит, активисты его знают. Он задержан на данный момент, значит, ребята, кто были в офисе, значит, находятся перед муниципальной прокуратурой, значит, улица Армянская, дом 96, это пересечение Армянской Колумны, значит, я все понимаю, что Плохотнюк считает, что угроза протеста миновала, что досрочных парламентских выборов не будет, а либо они будут, но по его сценарию, через одномандатные округа. Ребят, значит, прошу всех, политику мы с вами обсудим, все, кто меня видит, все, кто меня слышит, делайте, пожалуйста, репосты. Те, кто находится в Кишиневе, еще раз, подойдите, пожалуйста, поддержите наших сторонников, которые находятся перед прокуратурой на улице Армянская, дом 96. Потому что им надо начинать давать сдачи. Этот наш координатор на Лабутенах, значит, это, знаете, как, есть животные, которые чувствуют, когда только чувствуют боль или страх, тогда останавливают. Вот, к сожалению, такая же ситуация там. Значит, те, кто наши, очень многие написали сейчас, ребята, я знаю, что уже в дороге ребята Санин, Чемишлей, Хинчешт, Аргеева. Значит, север-юг, ребят, держите, берегите силы, потому что будет по-любому большая акция протеста против режима Плохотнюка. Я хочу обратиться ко всем посольством на территории Республики Молдова, ко всем международным организациям. Ребят, значит, вот к чему привело ваше кураторство всех этих ублюдков. И те, которые сидят из бригады Филата, и ваш Плохотнюк, который на свободе, и так далее. То есть нет ни одного дела возбуждено по тем доказательствам, которые я опубликовал, по преступлениям, которые совершал Плохотнюк. Зато все занимаются дискотечными делами Анны Урсаки, значит, Феликсу Гринку возбудили дело, которое было возбуждено в 2009 году или каком, и закрыто. Значит, мне этот весь бред нарисовали, поэтому нужно выходить, нужно начинать давать по ушам. Я тоже бездельничать в Москве не собираюсь, чтобы было всем понятно. И спекуляции, значит, что Усатова нет дома. Вы знаете, ребят, сегодня я не сел по одной простой причине. Потому что мне нужно довести всю ту работу, которую я начал. Те дела, было дело, сейчас подчеркиваю, дела, в которых я являюсь свидетелем. Значит, их нужно доводить до конца для того, чтобы получить мандат на арест Плохотнюка и его группировки. Просто
Если я сейчас приеду, сдамся, да, буду ходить, кричать по коридору и так далее, но просто эти процессы, кроме меня, к сожалению, вести некому. Сейчас определенный момент завершаться, и я не исключаю ту ситуацию, что я приеду, скажу, ну, я уже знаю, что все идет, ничего там развернуть не смогут, и тогда приду, скажу, буназио, повтем. Значит, поэтому мы идем вперед. Я вас очень прошу, ребят, основная цель моего выхода сегодня в прямой эфир, значит, это просьба к вам, члены нашей партии, наши сторонники, активисты, пожалуйста, ребят, выдвигайтесь по адресу в Кишиневе, улица Армянская, дом 96, здесь сейчас находится Феликс Гринко. Значит, если кто-то кому-то даст по морде, ну, в рамках закона, то ничего страшного, потому что уже, ну, нужно уже что-то делать, понимаете? Просто сидеть нас просто уничтожают, дискредитируют байки, публики, шмублики и так далее. Посмотрим, может быть, новый президент Игорь Дадон как-то выступит, потому что голосовали за него для того, чтобы Игорь был рупором народа. Игорь обещал определенные вещи, связанные с, против бандитского режима Плохотнюка. Мы поддержим любую акцию против режима Плохотнюка, кстати, любую. Справа, слева, с центра, неважно какую. Значит, дяста йоварогам куда-то. Ворог фурмоз. Чекарь сафлан кишинау. Смерть сынец Феликс Гринко, преунок у колледжи ноштри дела партиет. Кари сафла кумла моменту фаца прокуратуре ему не чипали. Страда армянска, но за шасы. Интерсекция куколомна. Значит, ладно. Спасибо вам. Те, кто смотрит, значит, надеюсь на вашу поддержку и понимание. Ребят, если вам не нужно свергать режим Плохотнюка, то лично меня это одного, ну, это точно не интересует. Нет, интересует как гражданина страны. Но давайте просыпаемся. Не надо ждать новогодние праздники. А этому на лабутенах сосать. Ладно.